anthem. Добрейший гандбольный вечер. Все, как мы любим. Воскресенье на чемпионате мира по гандболу среди женских команд. Медальный день. И начинаем мы его, не торопясь никуда, спокойно, размеренно, матчем за третье место. Дания против хозяйки чемпионата мира, сборной Испании, прямо сейчас начнут для нас. Команда Еспера Йенсена, показывавшая временами очень сильный гандбол. В его штабе, помимо него самого, замечательного разыгрывающего в свое время в национальной сборной, Ларс Йоргенсен, скала оборонительная. У них так, собственно, и распределены обязанности в тренерском штабе. Ну а против команда Испании, команда хозяек, Хосе Игнасио Прадес Понс во главе этой команды. Первый для него большой турнир в качестве наставника национальной сборной. Вот он на ваших экранах. Ну и, конечно же, устремления самые, что ни на есть, амбициозные. Медальные устремления дома. Так просто должно быть. Ну и Алтея Ребекка Рейнхардт, настоящая звезда в воротах сборной Дании на протяжении всего турнира. Свыше 50% отраженных бросков. Это просто что-то космическое. Ну и ей сегодня попробует что-то доказать, причем уже в очередной раз на уровне сборных, Александрина Кабрал-Барбоса, один из лидеров этой испанской команды. Ну а работать для вас сегодня и в матче за третье место, и в финале Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino, чемпионата мира по гандболу среди женских команд, будут Надежда Муравьева и Артем Шмельков. Надежда Константиновна, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые болельщики. Добрый вечер, Артем. Я хотела, конечно, сказать, что предыдущий полуфинал, в котором Дания встречалась с командой Франции, стало украшение, конечно, игра как раз-таки Алтеи Рейнхардт. За нее, наверное, сегодня хочется особенно поболеть. Не она начинает в стартовом составе, начинает Сандра Тофт. Ну и, собственно, эмоции, я думаю, мы сегодня увидим запредельные. Ну, те, которыми наградила нас команда Дании, играя против Франции. Матч, я думаю, многим запомнился тем, что датчанки, конечно, уверенно в нем переигрывали французскую команду. То, что случилось в концовке, до сих пор обсуждают болельщики. До сих пор у нас перед глазами эти фотографии Алтеи Рейнхардт. Так что обсуждают болельщики, нужно же сказать, сетях нашей публике. Обсуждают то, что Дания смело взялась, конечно, за то, чтобы бороться с олимпийскими чемпионками Токио, с француженками. Вели они на протяжении всего матча. Я там не скажу, конечно, хронометраж, с какой минуты все пошло. До 50-й все было у Дании хорошо, а потом вдруг разломалось. Так что обсуждают? Что Еспер Йенсен не справился? Ну, обсуждают. Или что все-таки судьи пару раз там свистнули, куда надо свистнуть? Ну, это, кстати, были оба ключевые моменты, потому что Еспер Йенсен, во всяком случае, ничего не предложил против перестроенной защиты Оливье Крумбольца. Тот перестроился на 5-1. Ну и, собственно, не увидели мы ответов от Еспера Йенсена, наставника Дании. Ну и тот момент, да, он тоже обсуждаем. Ну, собственно, страсти кипят еще по полуфиналам, а у нас уже финальная часть и первый бросок от Александрин Барбоса. Ну, давайте... Звук есть? Представим арбитров сегодняшней встречи. Это братья Амар и Дино Коничанин, боснийцы. Честно говоря, большие вопросы были по всему турниру в плане судейских назначений. А вопросы остаются и в день финальный. Боснийцы, ну, на всякий случай, на тоненького попали на чемпионат мира. Наверное, неплохо здесь отработали. Это возможно. Но то, что мы видели в их исполнении в Лиге чемпионов, в частности, в матче ЦСКА-Крим, мне кажется, говорит о том, что судьи не самой высшей категории, в принципе, поехали на чемпионат мира. Все, больше о судействе ничего говорить не буду. Амар и Дино Коничанин, прекрасные боснийские, а может быть, и еще даже герцеговинские рефери. А это Мерседес Кастельянос. Мы помним ее концерт имени, ее концерт в четвертьфинале против команды Германии. Ну, а здесь уже датская
защита, датская оборонительная стена на пути у Александрины Барбосы. Нам показали колоритную Каба Гассама. Камерунка, которая национализирована, соответственно, в Испании, получила недавно паспорт. Не первый ее турнир, но теперь это турнир, где она играет серьезную роль. А пока без нее в атаке сборная Испании. Довольно компактно датская оборона располагается. Кармен Долорес Мартин. Передача классная, находит лазейку. Это та самая победа, победа. 61-й номер испанской команды. Паула Аркус, победа. Но она действительно яркий турнир проводит. Ну а если возвращаться к игре голкиперов, то, я думаю, оба тренера удивили, наверное, стартовым составом своих команд. Мы практически не видели Кастельяна с предыдущей встречи. Она там больше поддерживала Сильвию Наварро. Ну и мы уже сказали об Алтее Рейнхардт. Сегодня начинает Сандра Тофт. Ну и, пожалуй, это такие две выставленные позиции, на которые, во всяком случае, мы не рассчитывали после полуфиналов. Так-то понятно, что были хорошие матчи у той и другой исполнительницы. 3,5 минуты сыграно. Пока единственный мяч забит. Автор победа. А вот и левша испанская говорит свое слово. Эрене Эспинола Перес. Очень легко она проскочила, забила свой мяч. Ну и давайте присмотримся. Понятно, что тут полыхают страсти с первых же секунд. Но должны включить рассудок датчанки, чтобы начать раскачивать эти оборонительные испанские построения. Давайте посмотрим, неужели сразу актив предлагает сборная Испании. По крайней мере, Барбоса сразу высоко поднимается. И, как я понимаю, вторые защитницы тоже готовы всегда выдвинуться вперед на игроков задней линии. Это может быть такой неожиданностью для датской команды, но есть бросок. Есть шикарный бросок у Мии Энгроп Хейлун. Шикарно она провела на самом деле полуфинальный матч с командой Франции. Была настоящим лидером своей команды. И вот, что важно для датчанок, забивает первый мяч и в поединке за бронзу. Но еще что важно для датчанок, во всяком случае, сохранять свое скандинавское вот это спокойствие, которое они как раз-таки с Франции продемонстрировали. Пока по первым минутам ощущение, что испанки хотят как раз-таки свой вот этот быстрый, во-первых, гандбол, во-вторых, очень эмоциональный навязать. И мне кажется, датчанки, конечно, могут в этих эмоциях захлебнуться. Они привыкли играть иначе. Здесь ошибаются испанки на передаче. А мне кажется, на обработке здесь ошибается Кармен Долорес Мартин. Она уже подумала, что мяч у нее в правой руке, и оказалась не права. А что насчет фола на Луизы Бургор? Нет фола, считают арбитры. Командный переход испанской команды захлебывается, потому что вся датская шестерка уже у своих ворот. Александрина Кабрал Барбоса показывает как лидер, что все нормально. Но на самом деле, вот даже здесь, ага, Барбоса здорово перехватила эту передачу. Да, тут не убавить, не прибавить. Ну, все в порядке, считает Надежда Константиновна. Считаю, что все в порядке, но все-таки контактный вид спорта. И за каждый контакт, конечно, не будут забирать арбитры мяч. И слава богу, я вообще больше за те судейские пары, стиль которых предполагает все-таки активную игру, активную борьбу. Собственно, этим и красив наш вид спорта. Забивают датчанки. Но я хотела сказать о том, что эмоции, конечно, вот на которые могут датчанки попасться, может помешать им это немножко в матче, распределить как раз-таки свою игру спокойно, так как это было в матче полуфинала. Но тут еще добавляют эмоции и болельщики, которые, естественно, на домашнем чемпионате для испанок готовы их поддержать. Ну и если мы вспомним там предыдущие моменты, Александрина Барбоса как раз очень активно старалась болельщиков привлечь к тому, чтобы эти страсти разгорались в самом начале. Передача очень непростая в линию. Там с первых минут играет 10-й номер Элизабет Цезарио Ромеро. Ну и датчанки успевают с ней справиться. Давайте отметим, весь турнир прекрасно проводит, ровно, надежно. И в качестве лидера, прежде всего оборонительного лидера своей команды, Катрин Хайндаль. Катрин Хайндаль, которая, ну и в этом эпизоде поучаствовала. Не понял я, показали ей желтую карточку или нет, но, судя по всему, нет, только 9 метров. Наш доблестный редактор Всеволод подсказывает, что желтая была. Комментаторы не видят. Передача на край. Кармен Мартин. Какое исполнение. Шикарно. Последний момент переводит под ближний угол, под ближнюю девятку. И Сандра Тофт не справляется. Возвращаясь к персоне Катрин Хайндаль, хочется, наверное, еще сказать и о том, что в полуфинале справилась она со своей реализацией. Мы, конечно, за ней пристально следим, за играми
ЦСКА и видим, как этот игрок может реализовывать свои моменты. Ну, собственно, и за игрой Дании мы тоже перед чемпионатом внимательно следили. Но именно в том полуфинале против Франции Хайндаль сыграла отменно. Если я не ошибусь, по-моему, ни одного промаха не было у нее. С ее позиции их было не так много, ее попыток, но она все из них реализовала. Посмотрите, как входит в игру хорошо Кастельянос. Уже третий сейф на ее счету. Да, Мерседес Кастельянос отбивает. Потом было интересно, что игрок, подобравший едва по голове и не попал в первую передачу. Это сверхнадежная Сандра Тофт. Да, ну вратари, конечно, шикарные. При том, что и на скамеечке там сидят Сильвия Наварро-Хименес и Альтеа Рейнхардт. Возможно, сегодня вратарский фактор окажется решающим. Ну а пока Дания вновь сравнивает счет. И это делает Линне Хаугстед. Как она здорово добавила в качестве бросающего игрока. Она высокая. Она мощная, атлетичная, но прежде она была прежде всего для своей команды столпом обороны вместе с Хайндель. А на этом турнире мы уже видели не раз, как Линна Хаустед молотит с дальней дистанции. С 9 и даже 10-11 метров. Александрина Барбоса, если говорить о русском следе в этом матче за бронзу, то Александрина Барбоса, напомню, 2 сезона отыграла в Ростов-Доне. Затем стала мамой, но сейчас у нее совершенно другой уже этап карьеры. А это Леркин Нольсе Педерсен зарабатывает пенальти для своей команды, несмотря на то, что Мерседес Кастельянос мяч отразила. Пенальти и еще и 2 минуты. Показал один из братьев коничанинов. За что? Собственно, за шаг навстречу. Шаг навстречу, это все карается немедленно. Эрене Эспинола здесь перегнула палку. Пенальти будет исполнять, скорее всего, Трине Остергор-Йенсен, но мы уже видели, что Сильвия Наварро заходит в ворота. А вот и нет. А вот и не Остергор, а шикарное исполнение 31-го номера Симоне Катрин Петерсен. Но опять-таки помним мы, как против Сивили Наварро норвежки там пытались очень дисциплинированно вверх бросать. Я уверен, что это была установка тренеров, и дважды они не смогли с этой опцией справиться, но испанка спокойно вниз 8-метровый штрафной бросок исполняет. А я сейчас на игру смотрю, Артем, и мне вот, знаешь, так интересно, датчанки, мы уже знаем, у них самая сильная защита по чемпионату, по всем процентам, которые подсчитаны экспертами. Собственно, это и есть. Ну и хладнокровно, действительно, они провели и свой матч против полуфинале и в нападении тоже. Но вот испанки чем отличаются? Я даже не знаю, будут показатели самого сильного. Нет, у датчанок, кстати, еще напомним, и самая сильная вратарская позиция. Оба вратаря с процентом выше 40% отработали в этом чемпионате. Он еще не закончен. Мы видим самый важный матч, к которому датчанки дошли. И в котором, конечно, жаждут реванша не столько от испанок, сколько было у них несколько матчей за третье место в последнее время, и некоторых из них они уступили, и в своих интервью говорили, что на этот раз не отступят, неважно, хозяйки турнира, испанки нет, но они, конечно, настроены решительно. Да так вот, Испания, Артем, чем они славятся, кроме эмоций, пока очень сложно какой-то рисунок игры этой команды описать. И, собственно, прогнозировать, как сыграют они сегодня, тоже сложновато, потому что индивидуально есть игроки, которые, да, обыгрывают, есть вратарская тоже линия, неплохая, она не лучше, чем у датчанок, неплохая, в остальном спрогнозировать, как они сегодня проведут матч, очень сложно. Как сказал бы коллега Приголовкин, не нашла ручку у мяча на Леркин Нольсе Педерсен. И счет прежний. 10 минут сыграно, 4-4. А что касается сборной Испании, немного в оправдание ей. Ну, в плане того, что, может быть, не феерит она. Я сразу скажу, я ее не обвиняю. Я просто имею в виду сложность сказать, как они будут противостоять. Так. А я в качестве все-таки такой стороны защиты испанской команды. Альмудена Родригес, левша на правом полусреднем, сегодня не смогла сыграть, была отзаявлена. Но еще до начала турнира изначально попавшая в нее Лара Гонсалес, специалист оборонительный, тоже команде не помогла. То есть два игрока, которые, ну, могли бы стать серьезным подспорьем, все-таки из обоймы выпали. И, ну, конечно, это никак не приближает нас к разгадке того, как сыграет Испания в матче за третье место. Я думаю, что датчанки изначально фаворит. Сейчас счет на табло в пользу испанской сборной, но по дистанции 60 минут, по крайней мере, то, что мы видели на турнире, все-таки сборная Дании более монолитна и более мастеровит. Ну да, и действительно, есть у них линии, которые они могут развивать. Мне кажется, испанкам действительно рассчитывать остается на то, что у них такая сильная и мощная поддержка трибун. На то, что у них есть игроки такие с горящими глазами и сердцами. Кармен Мартин, которая в линии, кстати, вошла, одна из них. Сложно ей там позицию против Катрин Хайндаль найти. Та ее спокойно задвигает за себя. Ну и, собственно, вот она, невразумительная атака испанок. Я думаю, таких будет много по игре. И мячик прям вот прилип к пальчикам Сандры Тофт.
датская атака. Мы, мне кажется, что-то заумничали, даже составов не назвали. Не то, что стартовых, а даже текущих. Ну, абсолютно. Мы просто прогнозируем игру. Артем, составы. Немедленно. Итак, вот она, красотка. О, хвостом мелькнула с вами. Мия Энгроп Хёйлунд. Универсал задней линии. Сейчас она располагается на левом полусреднем. Вообще, по смыслу она, конечно, разыгрывающая. 23-й номер играет рядом с ней. Это Кристина Йоргенсен. Тоже там, конечно, бортовой компьютер, я имею в виду мозг гандбольный, в полном порядке. И разыгрывающая, и мощный бросок. Все при ней. Шикарный матч, опять же таки, полуфинальный, сыграла датчанка Луиза Бургор. Какой номер? Не подскажете, Надежда Константиновна? 32-й. Это Мия Энгроп Хёйлунд. Делает счет ничейным. И снова, смотрите, вот эта шестерка, коренная шестерка датских защитниц уже на своих рубежах. Ну и, соответственно, у испанской команды, ну, какие варианты? Только искать свои варианты в позиционной атаке, но здесь здорово, ничего не скажешь. Мирея Гонсалес, игрок с довольно таким пестрым послужным списком, вплоть до Дьора она играла. Ну, нельзя сказать, что, конечно, это топовый правый полусредний, а это Леркин Ольса Педерсон. Помните, она ту самую ручку от мяча потеряла где-то, не нашла его. Мяч, чемодан. А вот здесь, смотрите. Оп! А где Александрина Кабрал-Барбоса? Ну, это, собственно, да, еще один привет Сергею Николаевичу Приголовкину. Артем уже два раза, да, действительно его вспоминает. Ну, а датчанки, мне кажется, сейчас еще более дисциплинированно сыграют в защите. Пока 6 мячей они от Испании пропускают, но я думаю, в этом компоненте они могут, если честно, прибавить и против испанок сыграть. Ну, очень так засушить их атаки. У меня такое ощущение, что пока присматриваясь и размениваясь вот на эти испанские эмоции, датчанки не так уж стабильно здесь играют. Ну, а это испанская атака. Здесь Александрина Кабрал-Барбоса. Ее представлять лишний раз не нужно. На правом полусреднем Мирея Гонсалес. Она сейчас допускает технический брак. И мяч отобран у испанской команды. И вместе с ними играет в задней линии Кармен Кампос-Коста, проводящая первый большой турнир за испанскую команду. Что творит Луиза Бургор? Ох, хороша. Хороша, конечно, это правая полусредняя. Она в очень раннем возрасте стала выступать за национальную сборную. Она... Ну, засверкала очень давно и до сих пор держится на потрясающе высоком уровне. Луизе Бургор 29 лет, и сейчас она выступает не где-нибудь, а в Меце. Екатерине Андрюшиной мы тоже шлем привет туда, в Лоренские края. Потеряла сборная Голландии, конечно, в отсутствии Екатерины Андрюшиной. Дополнительные, мне кажется, болельщики подтягивались, когда эта команда выступала, ну, ввиду того, что... Катя являлась наставником этой команды, помощником тренера. Катрин Хайндаль получает 2 минуты. Момент вот здесь, да, не сказать, что жесткий контакт был, но в лицо, конечно, там пришлось ей. Досталась Гасама от нее. Да, ну Катрин Хайндаль не спорила, собственно, понимает, что планку немножечко превысила. А Кармен Мартин зачем-то начинает выпендриваться в середине первого тайма. Делает парашют, и этот парашют аккуратно опускается на сетку ворот. Ну, Сандре Тофт больше ничего и не надо. Ну, я не скажу, что она выделывалась. Во-первых, не самого высокого роста Сандра Тофт. Еще очень высоко она, конечно, выдвигалась. Здесь просто траектория, конечно, Мартин совсем не угадала. Ну, все те же персонажи у датской команды в задней линии. А вот интересно, есть перестановка после удаления Хайндель в линии. Это Рикки Иверсон. Игрок очень полезный. Она много и в обороне может играть, и в линии помогает. Ну, я имею в виду именно в атаке. Но при этом это, конечно, все-таки игрок такого второго плана. А это Луиза Бургор максимально приходит на центр испанской обороны. И это ее совершенно не смущает. Луиза Бургор 2 мяча забивает. В меньшинстве по-прежнему датская команда. Кабага сама уже хотела расстреливать ворота, но там нарушение правил зафиксировано. Смотрите, каких габаритов. Это камерунская испанка. Ну, а здесь легко, только надо было в ворота попасть. Этого не произошло. Луиза Бургор, посчитал арбитр, толкала. Толкала Кармен Кампос-Косту. Ну, надо надежно испанкам играть. Я только хотела сказать о том, что транжирить им моменты, конечно, совсем нельзя. В предыдущий момент не смогли реализовать они 7 метров, хотя в большинстве они оказались. Но сейчас сразу 2 удаления у датчанок. И это, конечно, такой сложный момент. Он может стать переломным, тем более об эмоциях, сколько мы уже говорим, сборной Испании. Сейчас могут они
кураж поймать и быстрый голов забить. Есть у них возможность. Кураж Бомбей, да? Что-то такое нужно. Тольятти, Тольятти. А, да? Да. 8-7, 15 мячей на две команды за 16 игровых минут. В принципе, в этом плане, я бы сказал, нетипичная результативность для матчей с участием команды Испании, прежде всего. Датчанки — это все-таки более такая от ножа играющая команда. Ну и Трине Остергård-Йенсен сейчас немножко пострадала. Датчанки будут, естественно, убивать время по возможности дольше. Еще целых... ну, собственно, все. Первое удаление уже завершилось. Может появляться на площадке Катрин Хайндаль. Выходит пока с лавочки Лерки Нольса на край. Кабага сама расстреливает ворота. Счет ничейный. Да, вот то самое численное превосходство сказывается. Первый свой мяч Кабага сама Сисоко забивает. Ну да, здесь Хаукстер просто не успела что-либо противопоставить. Но тут еще сказывается, что свои все-таки эмоции, свои это спокойствие и размеренность в атаке пока не могут найти датчанки. Они очень поторопились в атаке, в которой оказались в меньшинстве. Там, конечно, торопиться совсем было нельзя. Но эту атаку надо более дисциплинированно провести, потому что еще 30 секунд они будут в меньшинстве. Но это опять достаточно поспешно. Этот мяч парирует Кастельянос. И два мяча, да, забивают. Вот тот момент, о котором мы сказали. Он как раз-таки на ваших экранах. 21 секунду еще. Удаление есть у датчанок. Ну, здесь уж торопиться. Если они еще будут торопиться, то, конечно, может перелом быть первого тайма. Да никакого перелома. Просто два удаления подряд. Пришлось немножко пострадать. Мне кажется, что в этом плане... Можно по-разному. Просто они две поспешные атаки сделали. Конечно, совсем по-другому это выглядело. Помним мы, как начиналось это удаление и как сейчас... оно развивается. Метте Транборг появляется на правом... Звук по-прежнему есть. На правом полусреднем Метте Транборг. Ну, а атакует левый полусредний все тот же великолепный Кристина Йоргенсен. Александрина Барбоса. Она по-прежнему в центре внимания. Да, там на ней удаление, это предыдущий момент. Но если возвращаться к поспешности атак датчанок, здесь тоже не без доли везения этот мяч по центру они забили. Но наконец-таки заканчиваются эти оба удаления для датчанок. Счет равный, и за счет численного преимущества и скорости как раз-таки испанки добились этой пока ничьей. Было два мяча отставания у них до удаления. Гасама борется там. Не будет там удаления, не будет 7 метров. Разыграют 9 метров Испания. Ну вот я говорил о том, что Рикки Эверсон игрок универсальный. И сейчас вот она поиграла в атаке, обороняется вместе с Линой Хаукстед в центре. И посмотрите, какие фактурные защитницы на позициях вторых против Кабрал Барбоса. Сейчас Кристина Йоргенсен. Сейв Сандры Тофф. Подбор Метте Транборг и командное набегание Хаукстед. Вот, все возвращается на круги своя, ну а там, конечно, очень сложно было Барбосе. Она там на последнем шаге сначала пока сделала линейным, а потом, не рассчитав шаги, конечно, подготовленного броска выполнить не могла. Датчанкам здесь надо собираться со своей защитой, собираться с мыслями. И несмотря на то, что это важнейший матч за третье место, им, конечно, поспокойней хотелось бы пожелать сыграть. Выходит в защите Анна Мэтта Хансен. Да, да, она появляется... вторым. В атаке участие пока не принимала она у своей команды. Один из любимых персонажей Надежды Константиновны в составе сборной Дании сейчас появляется. Поэтому она всегда пристально за ней следит. Метте Транборг была уверена уже, что все, мяч отобран. Немножко так эмоционально, подпрыгнув на месте с криком, отреагировала. Испанки. Закончилась наконец-таки вся эта история с удалениями. Вот теперь нужно поиграть. Куда там? Просто взяла мяч, грубо говоря, в руку и пошла по прямой. Испанская разыгрывающая. Это та самая Кармен Кампос Коста. Новая Кармен в испанском составе. После Кармен Долорес Мартин. Какая передача! Ух, хитрющая, да, передача. Очень классно было исполнено из-за спины. Такую передачу, кстати, Ольга Евчеренко частенько. Да, Людмила Бадниева исполняла. Я вспоминала об этом моменте. Ну, может быть, мы в исполнении сборной России увидим такую же красоту, а пока ее используют испанки. Не знаю, прав я или нет. Людмила Валерьевна, если что, поправит. По-моему, эта передача называлась «За пивом».
Я не знаю, Артем. Ну, она что-то... У тебя инсайдов больше. Мы все-таки на площадке были в тот момент, когда ты мог узнать об этом. У нас она так не называлась. На 7-метровой отметке Хансен. Она забивает. Артем, если возвращаться к той фразе, которую ты мне адресовал. Просто сейчас, найдя других исполнителей в атаке, Еспер Йенсен, конечно, выигрывает в плане вариативности этих атак. Когда на левом полусреднем играла в большей степени Хансен, ну, на мой взгляд, во всяком случае, атаки не были столь вариативными у датчанок. Именно поэтому ты обратил внимание, да. На то, что я слежу за ней как за персонажем, пока игра сборной Дании в атаке мне нравится больше в том варианте, в котором она показана на этом чемпионате. Сандра Тофт подтаскивает этот бросок с левого края. Хеннифер Гутьеррес. Мне кажется, она не попала в ворота, но все для этого, естественно, сделала Сандра Тофт своим выходом грамотным и, соответственно, перекрытием траектории. Энн Мэтта Хансен по-прежнему в центре нашего внимания. Она на левом полусреднем. Кристина Йоргенсен в центре. Мэтте Транборг. Самая высокая девушка в составе датской команды. Мэтте Транборг, напомню, 1,92 роста. Это еще только официальная метрика. Есть ощущение, что она и повыше будет. Хансен против нее. 2 минуты удаления. Пожалуйста, нежданно-негаданно. И совершенно, конечно, неожиданно для самой исполнительницы. Майтан Эчеберия Мартинес устраивается на 2 минуты удаления. Ну вот, теперь поиграют уже датчанки в большинстве. Это уже совсем другая история. Выходит еще одна разыгрывающая. 31 номер, пока исполнявшая только пенальти, Симона Катрин Петерсон. И 2 линейных немедленно. По схеме Владимира Максимова играет Еспер Йенсен. 2 линейных при реализации большинства. Да, на всякий случай еще главному тренеру. Тут на конфеты желтая карточка. На конфеты? Ну так, да, чтобы немножко, да, подрасслабился. Понятно. И вот, вот они, две разыгрывающие, смотрите, на коротке действуют. Они вот мучают испанок и провоцируют их на выход. Рики Иверсон. Нет, новый заход у датчанок будет. Петерсон, Йоргенсен. Отлично найдена ситуация. Разыграно все терпеливо и по нотам. Катрин Хайндаль, привет Москву, передает краснознаменный клуб ЦСКА Москва. Ну вот здесь, посмотри, да, момент был еще до этой передачи. Там Хайндаль была и до этого свободно, но датчанки очень кропотливо и надежно доиграли. Не стали торопиться в первой попытке и доиграли очень надежно. Теперь уже датчанки ведут 2 мяча. Они использовали как раз-таки тоже удаление Испании. Еще минуту испанки сыграют в меньшинстве. И возможность у Дании оторваться еще больше в счете появляется. Да, еще играть на самом деле в первом тайме прилично, но плюс 2 у Дании, при том, что удалений-то у датчанок было больше, выглядит все-таки совсем логично. Вот, посмотрите, Лола там бедная, аж глазки закрыла, это талисман чемпионата, она сидит вот под тем огромным красно-желтым мячом и так переживает, так вот, рука-лицо, смайлик сделала. Лапа-лицо. Ну, да, извините, конечно, лапа-морда. Лапа-морда. Да, датчанки продолжают разыгрывать свою атаку. И, конечно, хотелось бы, чтобы они ее тоже дисциплинированно сыграли. Пока очень высокая Гасама, конечно, мешает этой передаче до полусреднего. Там близко к ней подходить не стоит, но вот та же Гасама немножко через ее руки мяч проходит. И уже переброс не реализует датчанки. Была похожая ситуация, правда, 7 метров у испанок. Но все, какой незрячий пас, отвернулась на левый полусредний. Центральный игрок, 31 номер Петерсон. И как классно пас отдал. Ольги Акопян, мне кажется. Стиле Екатерины Ильиной. Катя тоже любит вот это отвернуться, кистью мяч отдать. В общем, нам остается, к сожалению, только проводить параллели с нашей командой. Есть у нас и классные вратари, которых, к сожалению, мы в этой части турнира не увидели. А пока Сандра Тофт 2 руками мяч парирует. И датчанки пытаются снова через линию доиграть то, что не получилось у них в первой, в предыдущей атаке. Не в первый уже раз намертво забирает мяч в воротах Сандра Тофт. Это, во-первых, ну, конечно, показатель сумасшедшей уверенности в себе. Во-вторых, того, что испанки, мягко говоря, не очень здорово бросают. Ну и, с другой стороны, им классно противостоит оборона. Мэтте Транборг. Транборг на 2 игроках. Ну, точнее, 2. 2 соперницы на ней висели. Мэтте все равно бросила, но... Будут 9 метров исполнены. 5,5 минут играть до перерыва. Какой мяч забивает Кристина Йоргенсен.
просто великолепие. Напомним про нее. 23 года. Представляет Виборг. Ну и несмотря на то, что еще совсем молода, это уже, конечно, состоявшийся мастер. Ну и здесь еще и штанга помогает Сандре Тофт. Еще раз неудачно действует в атаке Хеннифер Мария Гутьеррес. Ой-ой-ой-ой-ой, издевается просто Трине Остергорьенсен. Спокойно и уверенно за 5 минут до перерыва датчанки доводит свое преимущество до 4 мячей. По-моему, прозвучала сирена. Хосе Игнасио Прадеспонс должен взять тайм-аут. Да, вот и вся разница. Переброс в штангу и переброс за шиворот. Да, пока знаменитая испанская тактическая школа не работает против вариативной, дерзкой, явно хорошо готовой обоймы Еспера Йенсена. Неоднократно уже было сказано, в том числе и нашим экспертам, уважаемым Надежде Муравьевой, что, ну, проиграл Еспер Йенсен концовку своему более искушенному коллеге Крюмбольцу. Это факт. В полуфинале Франция переломила ход событий. Вот нам показывают, что 4 последних мяча датчанки забросили. И вот это как раз и может быть ключевым отрезком этого матча за бронзовые медали. Напомним, чемпионата мира по гандболу среди женских команд. Еще один бросок не захотел заходить в створ. Еще одна перекладина прозвучала. Мирей Гонсалес, Сильвия Ардериус. И вышла еще в атаку, не игравшая ранее впереди, Алисия Фернандес-Фрага. Она пооборонялась, и вот после тайм-аута она вышла атаковать. Ардериус. Ну и все боятся атаковать, по большому счету, с задней линии. Хотят довести либо до линии, либо до края. А Каба Гассама, мы ее видели уже неоднократно, ничего не боится. Авторитетов не признает. Бежит, конечно, тяжело назад, но зато гол забил. Каба Гассама, это, кстати, единственный такой соответствующий по росту датчанкам представитель Испании. Она единственная действительно высокая, которая может этот мяч выловить. Но, к твоим словам, мне кажется, испанки как раз таки и переживают за свои броски, потому что могут они прийтись в блок. А Гассама там возвышается над датчанками, поэтому через нее играть пока удобно сборной Испании. Хансен на 7-метровой отметке. И второй свой мяч забивает. Эмоции, конечно, хорошие. Мы видим на лапке, на скамейке запасных Рейнхард. Досталось ей там, кстати, в полуфинальном матче в лицо. Ну, конечно, к ее части молодец. Вернулась в игру. Боец настоящий. Очень, конечно, импонируют такие спортсмены. 3 минуты играть до перерыва. Испанская снова неспешная атака. Но они не могут играть на скоростях с командой Дании, потому что у них просто командные скорости ниже. Поэтому Испания, если хочет доигрывать, доигрывать четко, то должна, во-первых, такие моменты реализовывать. Кого там перебрасывала Элизабет Сезарио Ромеро? Неточная передача в отрыв. Алисия Фернандес-Фрага. И вот мяч в воротах. Вот здесь в какой-то веке побежала сборная Испании. И Сильвия Ардериус хороший мяч реализовала. Да, здесь, кстати, сама Ардериус перехватила, поддержала атаку. И в итоге получила ответную передачу от Алисии Фернандес-Фраги. Можно я еще немножко поделюсь инсайдом? Вообще, на самом деле, вот этот матч очень важный для Еспера Йенсена, потому что, я думаю, команда тоже понимает, что мог он больше помочь в полуфинальном матче ей. И если сегодняшнюю встречу Еспер Йенсен уступит, здесь, конечно, с доверием команды будут сложности. Хотелось бы, конечно, чтобы он как тренер выстоял в этом споре. Пока все складывается очень даже хорошо. И вот, перестроив свою атаку, Еспер Йенсен через Трандборг и все через ту же Анны Маты Хансен пытается еще найти дополнительные опции в своей атаке. Это дальние броски. И вот первый же выстрел достигает цели. Очень классно там взмыло, конечно, испанки
уступают в росте сборной Дании. Классный бросок дополнил, конечно, тот арсенал забитых мячей, который у Дании уже есть. Дания забила 16, это немало за первый тайм. У Испании 12 мячей и полторы минуты остается в первом тайме сыграть. Здесь будет удаление. Удаление Метты Транборг. 1,92 м. Посмотрите, как она вцепилась в малышку Ардериус. Немножечко там даже попортила форму. Ну, форма, слава богу, прочная. И Метта Транборг делает так, что Дания до конца тайма, скорее всего, будет играть в меньшинстве. Давайте посмотрим, что принесет этот отрезок. Это возможность чуть подсократить отставание испанской команде. Ардериус! И не попадает в ворота в этом затяжном прыжке Сильвия Ардериус. Да, это, конечно, фактор Сандры Тофт. Она висит, она думает, бросает. И по руке Сандры Тофт, мы это видим только на повторе. Сандра Тофт смахнула и этот мяч. Последняя минута первого тайма. 6 полевых игроков с пустыми воротами у датской команды. Высоко поднимается в обороне. Но в этой роли мы видели и сборную Франции, которая как раз-таки в полуфинале переиграла датчанок за счет этого перестроения. И Еспер Йенсен, памятуя о той ошибке, сразу берет тайм-аут, чтобы какие-то тактические все-таки донести схемы до своей команды в нападении. Еще раз, Еспер Йенсен, красавец в своей бытности игроком. У него в штабе Ларс Йоргенсен, скала оборонительная. И вот они ведут впервые с 2013 года сборную Дании к медалям чемпионата мира или Европы. До этого все спотыкались. Максимум 4-е место. Сегодня надо брать. И снова отцы Международной Федерации. Доктор Хасан Мустафа во главе всех. Михаэль Видерер, глава Европейской Федерации, один из вице-президентов международного уровня. Все отцы на трибунах, как есть. Гранолерс, напомню, место событий. Испанская Каталуния. Каталония прекрасная. А здесь датский огонь полыхает в воротах Сильвия Наварро-Хименес. Неудачная атака сборной Дании. Последние 20 секунд набегают испанки. Слишком торопится, в ногу мяч попадает. Можно играть, показывает почему-то арбитр. А вот сейчас объяснит нам Надежда Муравьева, почему не остановили эту испанскую атаку. Не объясняет Надежда Муравьева. Она ждет завершения первого тайма. У нее есть еще целых 5 секунд, чтобы подумать. А вот это было красиво. С нулевого, если не с минусового угла, сейчас Трине Остергаар-Йенсен наносила бросок с надеждой, что от ноги вратаря мяч попадет в ворота. Итак, вот здесь забивает. Не забрали мяч, Артем, вот мы видим как раз этот повтор, потому что тогда мяч должен был к датчанкам перейти. Но он как бы понятно, что в ногу попадает. Оставаясь у испанок, смысла его останавливать игру просто его не было. Как это? Мяч попал в ногу. Почему не надо игру останавливать? В любом случае 9 метров. Если бы метров. Отлетел датчанкам, они забрали бы мяч. А, 9 метров, ты про это? Да. Ну, тут быстрый момент был. А, просто не стали мешать развитию атаки. Абсолютно. Логично. Да. Итак, первый тайм завершен. Смотрите, эмоции. Кармен Долорес Мартин, она выговаривает Эчеберри. Разные эмоции. Смотрите, Айнова Эрнандес на скамеечке сидит, отлично себя чувствует. Одна из героинь, кстати говоря, серебряного для Испании чемпионата мира 2019. Ну а это Еспер Йенсен, он по-прежнему сосредоточен, потому что его задача, наконец, привести к медалям команду, которая, еще раз, не была в медалях чемпионата мира или Европы, хотя бы, с 2013 года. Тогда на площадке в Белграде в матче за 3-е место датчанки свое взяли. Тогда, кстати, сборная России в первый и последний раз на чемпионате мира не участвовала вообще. Дания 3-е. Финал был Бразилия-Сербия. Как меняется все быстро в мировом гандболе. Это итоговые цифры первого тайма. Мы немножко выдыхаем и возвращаемся на матч за бронзовые медали чемпионата мира 2021 года в испанском Гранолерсе. А
А вот мы и поедем дальше. Поедем по прямой до финала чемпионата мира. Это по-прежнему разборки за бронзу между Данией и Испанией. Датчанки впереди. Впереди не так уж и много. На три мяча только. Хотя кажется, что по качеству датчанки должны были иметь преимущество больше, чем три мяча. Но есть как есть. 16-13 по итогам первого тайма. И они продолжат. А мы попробуем вам не мешать воспринимать эту разборку за медали чемпионата мира. Ни много ни мало. В общем-то, и те, и другие, датчанки и испанки, не особо-то избалованы этими самыми медалями. Мы говорили о том, вспоминали так вскользь, что Испания взяла серебро, во многом сенсационное серебро Кумамото, потому что тогда в полуфинале испанская сборная умудрилась, по-другому и не скажешь, обыграть норвежскую команду. Ну, а до этого медали у Испании были только однажды в Бразилии. Кстати, на том турнире сегодняшний эксперт трансляции Надежда Муравьева принимала самое что ни на есть деятельное участие. В 2011 году в Эстадио Ибирапуэра в городе-герое Сан-Пауло Испания выиграла бронзовую медаль. Надежда Константиновна сейчас выразительно смотрит в экран и не хочет вспоминать тот турнир, потому что сборная России тогда до полуфинала не дожила. Да, так и есть. Наверное, это самое тяжелое, что после спорта остается. В остальном одни позитивные эмоции. Артем, я думаю, негатива больше в мой адрес вспоминать не будет. Расстраивать меня. Вот, но вы если слышите, да? Вы слышите, как говорить... она говорит слово «негатив» и так смеется. Тут вообще можно о каком-то негативе говорить? Вообще ни разу. Вот, ну а если смотреть на то, как сборная Испании начинает второй тайм, оставили они не только 5-1, оставили сразу трех активно выдвинутых игроков в защите, видя, что не так быстро добывают голы датчанки в такой расстановке. Но я уверена, памятуя тот полуфинальный матч против Франции в исполнении Дании. Пока испанки хотят этот козырь разыграть, подсмотренный или самими организованный, но активную защиту они не оставляют. Барбоса там в центре выходит, но вот эта палочка, выручалочка у команды Дании, которая второй раз против активной защиты забивает мяч. Как ее фамилия? Луизе Бургор! Луизе Бургор! Предупреждают датчанок о том, что могут они быть удалены. Собственно, и про жесткость игры тоже говорят. Но здесь посмотрим, мне кажется, больше даже не столько Эмма Фрис там нашкодила, скажем так, чем второй игрок. Там была Хансен. Ну, а у испанской команды замена Айноа Эрнандес вышла на позицию линейной. Что творит Сандра Тофт? Сумасшедший сейф. И тут же незамедлительно подбор в очень сложной ситуации обеспечили датчанки. Энмета Хансен. Сама! Но это Диор. Извините, тут одно можно сказать. Диор. Спокойно и уверенно. Девятнадцать-тринадцать. Что-то изменилось, да, стремительно за три минуты второго тайма? Преимущество сборной Дании удвоилось. Да, преимущество сборной Дании удвоилось. И ту игру, хотя она, опять-таки, быстрая и эмоциональная. Но, собственно, если было по-другому, наверное, было бы не так интересно наблюдать за этим матчем за бронзой. Поэтому эмоциями украсили его испанки. И, собственно, включились в них и датчанки тоже. Но я хотела сказать о том, что вот эту игру, которую сейчас демонстрируют датчанки, просто не могли они в первом тайме долгое время поймать. Ну, а теперь все совсем закономерно, пока происходящее на площадке. Ардериус, о, какой-то интересный пас она изобрела. Атаковать, ну, в общем, даже не пыталась, по большому счету. Солидат Лопес, левый край. Катрин Хайндель, да, там выходцев высоко, можно сказать, даже рисковала, сотворила этот перехват. Ну, а Йенсен, к сожалению, не смогла, да, в быстром отрыве разобраться. Не подняла она вовремя голову и в игрока сфалила. Снова Испания в атаке. 19-13. И уже почти 4 минуты сыграно в тайме втором. Датчанки в защите не перестраиваются. Все так же 6-0. И если надо, выходят. Но высокорослость сборной Дании, высокорослость именно ее защиты, конечно, проблема для испанок. И поэтому этот бросок, так можно сказать, больше с дальней дистанции им не удается.
Но на самом деле, вот то, что свойственно скандинавским командам, когда они чувствуют собственное превосходство, они начинают где-то даже издеваться над соперником. Вот это сейчас уже можно было разглядеть в повадках, в действиях Луизы Бурго. Она опять идет, угрожает атакой. Против нее Солидад Лопес играет крайне. Луиза Бурго. Очень интересная у нее карьера. Насколько я знаю, ну, правда, слухи не проверенные, она могла и в ведущих российских клубах оказаться. А может, еще и окажется. Тоже, да, хэштег интрига. Луиза Бургор. Левая рука сборной Дании. Александрина Кабрал Барбоса. Прорыв и штанга. Спина вратаря и мяч в воротах. Только так способна, увы, для сборной Испании эта команда забивать в начале второго тайма. Луиза Бургор. А где защитники? Можно узнать? Ну, собственно, похоже, эти две атаки обеих команд, что там не было защиты, что здесь. И красноречиво, конечно, Хосе Игнасио Прадос сигнализирует о тайм-ауте для своей команды. Мне кажется, вот на этом отрезке, стартовом отрезке второго тайма, окончательно испанки расстаются с надеждами на медали домашнего чемпионата мира. Да, вот сумасшедший просто сейв Сандры Тофт. Как она сыграла в этом эпизоде. Восхищение полнейшее. Не случайно нам три раза подряд с разных точек этот сейв супер вратаря сборной Дании повторили. Напомню, что за французский Брест-Британь выступает 32-летняя Сандра Тофт. Великолепный мастер и один из сильнейших вратарей мирового гандбола, несмотря на то, что рост ее всего лишь 174 сантиметра. Ну а фактор вратарей испанской команды сегодня не работает. Ни Мерседес Кастельянос, ни Сильвия Наварро Хименес, два вратаря, которые не раз вручали испанскую сборную по ходу турнира, которая, впрочем, с сильными соперниками когда встречалась. Сыграли с Бразилией, сыграли с Германией, и вот они уже в четверке сильнейших. Других, мне кажется, соперников сборной Испании и называть как-то... Ну, можно назвать, конечно, но... Очень уж легкая сетка была у испанской сборной. Аргентина, Китай, Австрия, Япония, Хорватия, Бразилия, Германия. И вот добрый вечер, ты уже в полуфинале. Рейнхард появляется на 7-метровой отметке в воротах. Но я хотела сказать твоим словам, Артем, что сегодня защита сборной Испании не располагает к тому, чтобы вратари отличились хорошим процентом. Там все на тех же эмоциях. Неплохо начала Кастельянос. Ну а потом, смотри, уже 20 мячей пропускают испанки. Хотя второй тайм только начался. Но здесь Сильвия Наварро здорово помогла защита. Луиза Бургор, как она заведена. Одна была одной из тех, кто сказали, да, мы проиграли в самой драматичной борьбе команде Франции, но мы настроены на медали. И вот, судя по всему, этот настрой ничем не сбить. Сегодня у датчанок, нет, не проходит все-таки пас на Хайндаль. И посмотрите, что делает Кристина Йоргенсен. Она не выключается и едва обратный перехват сборная Дании не сделала. Барбоса. Ардериус. Ух ты, там Ардериус пыталась там передачу сделать из-за спины, и было видно это по движению ее руки, но увидя, что линейный там не заняла позицию, просто перестраховалась и оставила мяч у себя. Ну, по движению, конечно, было видно, насколько контролирует она игру. Но пока с нападением у Испании каких-то интересных взаимодействий мы не увидели, как и говорили, на протяжении всего этого игрового времени индивидуальные проскочки, но вот как в этом моменте против Мии Хелунд. Нарываются они каждый раз, конечно, на очень габаритных защитниц. Но и говорили мы, опять-таки, Артем, о том, что сборная Дании изменилась за эти годы. Меняется гандбол, но и сборная Дании тоже, собственно, поменялась. Более габаритные игроки в их составе. Сегодня это проблема для испанок.
Выходит Мэтт Тетранборг. И посмотрите, Луиза Бургор в таком раскладе перемещается на край. Трине Остергаар-Йенсен отдыхает. Ну и датчанки, посмотрите, они уже и против активной защиты здорово разбираются. Играют. Вот действительно играют, как кошка с мышкой, как кошка с котенком, с сегодняшним своим соперником. Мэтт Тетранборг. Ну, ей преграждает дорогу Александрина Кабрал-Барбоса. Но я тут не соглашусь, что играючи датчанки разбираются. Это вот одна из тех ситуаций, когда как раз-таки в этой освобожденной разреженной зоне в 6 метрах надо освобождаться. И не так часто, кстати, датчанки это делают, но это сейчас удается это Катрин Хаймдаль. Там не хватает, конечно, входов, потому что испанки, понимая, что сзади опасности нет, выходят активно. И там много борьбы навязывают датчанки, и могли бы они более изящно, собственно, справиться с этой защитой. 75% реализации, как любит говорить уже упомянутый сегодня Владимир Максимов. С таким процентом невозможно проиграть, если ты столько реализуешь. Проиграть невозможно. 40-я минута матча. 6 мячей преимущество датской команды. И кажется, что никакой интриги во втором тайме матча за бронзу не будет. Победа. Кабрал Барбоса. Ардериус. Но нет. Но это они, конечно, могут играть тут сколько угодно, радовать зрителя. Но радовать зрителя нужно, прежде всего, забитыми мячами в такой ситуации. А испанки ошибаются раз за разом. Добрый вечер. Лине Хаукстед со второго этажа прилетает и просто не замечает несчастную Александрину Кабрал Барбосу. Она осталась одна. Ну и итог вы видели. Но близко по скорости мяча к тому, что бросают мужчины. Одни из самых сильных бросков в немецкой бундеслиге. Зафиксировано 137-132 км в час. Но здесь под 100 км летел этот мяч. Очень надежно. Там без всяких хитростей, о которых я говорила в предыдущей атаке, без входов. Решили надежно датчанки сыграть. Ну и про габарит команд, которые играют, мы говорили. Собственно, датчанкам просто разобраться. Набирая скорость, конечно, испанки там не смогут им противостоять. Ну а пока получается вот такой быстрый проход. Ну, такой быстрый проход получается скорее не от того, что испанки все здорово разыграли, а потому что датчанки позволили его совершить. Там уже, ну, пожалуйста, входите, забивайте. Попадите в дальний угол. Вот такой посыл. Мэтт Тетранборг. А вот на сей раз Хайндель не сумела эту непростую, прямо скажем, передачу обработать. Я не могу, Артем. Я просто не могу молчать. Но там вот, если ты посмотришь, сейчас вернется Дания в нападение. Там всегда свободное место для входа угла, но почему-то датчанки не используют его. Это было бы так красиво. Экономят силы углы. Куда уже экономить? Чемпионат-то завершается. Да как, еще целых 20 минут играть, и можно довести, допустим, до 10 мячей преимущества. Это будет вообще красиво. Ну, в общем-то, хочется увидеть, что датчанки так сыграли. Пока они передачи ищут Хайндаль, но она два мяча не вылавливает в этих атаках. Собственно, можно немножко переключиться на других исполнителей. Ну, а пока Кармен Мартин. Не помню, сколько мяча она забила сегодня, но не так ярка, собственно. И это прима команды Испании. А это мы сейчас скажем. Тут, собственно, никаких нет тайн у нас от зрителей. Всего лишь второй гол. Кармен Долорес Мартин. И еще и касание было увесистое Сандры Тофт. Вполне она могла этот мяч отразить. Кристина Йоргенсен. Рядышком с ней Мэтт Тетранборг. Ну, конечно, заигралась Испания. Как себе домой. В открытые ворота. Заходит Луиза Бургор, и никого нет рядом. Но это, по-моему, классика. Ну, все. Вот он вход. Все. Спасибо. Уже. Я счастлива. Надежда Константиновна попросила, а они сделали. В общем-то, игра простая. Не, ну, на самом деле просились, конечно, такие решения. Они просились и в полуфинальном матче. Ну и, кстати, если возвращаться к эмоциям, нам так очень классно показали операторы все, что происходило в перерыве, как уходили команды на него. Сандра Тофта, она, конечно, настроена решительно в этой игре. Готова она к тому, чтобы перечеркнуть эту черную полосу, поменять ее на другую. Сможет ли она это сделать, мы узнаем совсем скоро. Ну а эмоции, я говорила о том, насколько разные и у игроков сборной Испании. Ну, а если включаться в эмоции Еспера Йенсена, он, несмотря на то, что его команда ведет, был очень сосредоточен между таймами, понимая, что важно сыграть именно тайм второй, и команда более качественный гандбол в нем показывает. Его команда. Вот я думаю, было бы, если регламентом разрешено
испанки бы ушли с белым полотенцем. Ой-ой-ой, ничего себе сейчас там взгляд. Почему на скамейке все самые красивые сидят? Надин Константин, почему их берегут и в игру не ставят? Почему все время вот эти прекрасные глаза и улыбки мы видим только на скамейке? Это же понятно, что красоты хватает и в поле. Но самых красивых, так как кадры операторы ловят, группа поддержки, она должна украшать гандбол. Поэтому гандбол, видишь, такой со всех сторон красив. Специально все для этого сделано тренерами. Все для вас, составами. Уважаемые друзья. Пожалуйста, приглашайте друзей своих к просмотру лучшей игры с мячом. Чтобы не говорили там баскетболисты. Опа, вот, пожалуйста, на бис для благодарного зрителя. Кармен Долорес Мартин Беренгер исполняет с угла. 3 из 4 у него к этой минуте. А Луиза Бургор, она пощады сегодня не знает. Забивает еще раз Луиза. Поднимает победно кулак. И что же мы видим на табло? 7 из 7 у Луизы Бургор и 7 мячей преимущества команды Дании. 25-18. Вот я говорю, мне кажется, сейчас по истечении 45-й минуты Испания бы, если бы признала досрочное поражение, как вот в шахматах можно, да, извините, не смогла. Спасибо, 0-1, играем дальше. Испания вполне могла бы так сделать, но все-таки это игра за бронзу, и надо попробовать. Еще попробовать чуть-чуть, постараться. Про шахматы это факт. Ну, в смысле, так и есть. Безусловно. Мне твоя эрудиция очень, Артем, радует, если честно. Мне просто игра очень приятно, простая, когда настолько эрудирован человек в спорте. Спасибо тебе большое. А пока датчанки в атаке. Ну, про белый флаг я не знаю. Конечно, здесь, во-первых, дома испанки. Конечно, хочется им посражаться. Они снова перестраиваются на активную оборону. И в центре там пыталось счастье Хансен. Артем говорит о том, что будет 2 минуты. И, видимо, они... будут победно вскинуты руки Катрин Хайндель вверх. Ну и здесь, конечно, может быть, после этого момента совсем разгром для испанок. Я думаю, не такой картины они ждали перед началом этой игры. Кармен Мартин. Ну, понятно, на публику вот это вот все. Испания, Италия, сеньоры. Пур фавор. Артем, ты же, я знаю, полиглот у нас. Пур фавор, да, действительно, там Кармен Мартин именно это сказала. Читаем по губам, так как много общаемся именно через экран. С командами здесь толчок еще был в спину. Наверное, прощат здесь хозяек турнира, потому что там толчок был на две руки. На две руки. И почему Солидат Лопес по-прежнему на площадке? Раз, два. Да, вот это, конечно, было жестко. Помимо того, что был жесткий толчок, которого не ждут игроки сзади, да, там слезы. Рики Иверсон. Да, Рики Иверсон, она еще на Барбосу навела, и Рики Иверсон, и так, конечно, получила повреждение. Ну, опять, как мы любим, поплыли братья Коничанины. Ну, не хотелось бы, чтобы, в принципе, был гандбольный праздник, именно спортивный, смазан решениями арбитров, потому что хотелось бы, конечно, красивый, чистый гандбол досмотреть, а пока Хансен исполняет без промахов свои 7-метровые штрафные броски, и она красоту этому моменту возвращает. Хансен переигрывает. Да, очень классный мяч. Кастельянос, хоть и высокая, заставила ее Хансен руки немножко опустить. Но это предыдущий момент, да. Это не тот толчок, за который испанок простили. Это удаление Кармен Мартин. 26-19. Испанская атака. Кабрал Барбоса. Коста. Это Кампус Коста. Да, доходит мяч до линии, а вот не поддается он. Айноа Эрнандес. Да нет, ну закончена, конечно, игра за бронзу. Тут можно уже все что угодно фестивалить, исполнять, придумывать. Данию можно поздравлять заведомо и от души. Потому что с 2013 года, еще раз повторю, то есть 8 лет сборная Дании ни на мире, ни на Европе медалей не завоевывала. И вот сегодня бронзовые медали обязательно уже обретут своих датских владелец. У Испании откровенно шансов нет. Но еще и заступ. Посмотрите, заступ вместе с мячом не заметили две гандболистки на правом фланге. Что хочется сказать в плане связи поколений. В том составе в 2013 году было 3 гандболистки из нынешнего состава. Всего лишь 3 игрока дожили в сборной до сегодняшнего дня. Это Энн Мэтте Хансен, нынешний капитан национальной сборной. Это Трине Остергаард Йенсен и Луиза Бургор. А что происходит на площадке, на Нинке Стэнде? Что происходит? Ну, здесь, во-первых... Очередной гол, во-первых. Да, а во-вторых? Гол. Но, во-вторых, до этого момента, конечно, был тоже достаточно жесткий в исполнении испанок.
Эмоции понятны, но когда позитивные эмоции от испанок исходят, это очень здорово. А когда вот здесь, в том моменте, где бороться испанки не могут, позволяет себе грубость, это, конечно, немножко смазывает впечатление от этой игры. Но если говорить о том, о чем говорил Артем до этого, действительно сенсационные были победы. Но не сенсацией ли было, когда сборная Дании отдавала бронзу хорваткам? Хорватки, кстати, на том чемпионате были хороши и эмоционально, и заряженно. Ну и, собственно, створили свою сенсацию. Ну, вспоминаются, конечно, те слезы, которыми оплакивали свое поражение датчанки. Ну, а сегодня возвращается им, наверное, все это возвращается. Сами они заслужили эту яркую победу. Отработали, конечно, они на всех рубежах хорошо. Ну и вот этот последний рубеж Сандра Тофта. Сейчас постарается она прожечь взглядом, как Артем говорит. И у нее получается. Ну, у нее это получается. Я, кстати, хотела сказать, вот сколько игр просмотрели мы в исполнении сборной Тани, ну и как раз-таки этого великолепного вратаря. Мне кажется, вообще никогда не закрывает глаза. Вообще никогда. Как бы близко не подлетал к ней игрок, каким бы сложным ни был бросок. Ну, Сандра Тофт, конечно, действительно жгучая гандболистка. Молодец. Очень, конечно, самоотверженная. Несмотря на то, что не таких стандартных габаритов по гандбольным меркам для вратаря, показывает она феноменальный уровень. Приятно за нее поболеть. Ну, а мы сегодня не увидели в игре Алтею Рейнхарт. Ну, там, собственно, как самая такая надежная вещь. От добра добра не ищет. Сандра Тофт хороший матч проводит. Да нет, нет. Уже, конечно, капитулировала испанская команда. Этот авантюрный пас вперед от Сильвии Наварро. Мол, так, куда-нибудь в воздух, а там поборется. Ну, и в итоге фол от Кармен Мартин. Я, честно говоря, удивлен, что в 2013 году в составе сборной не было Сандры Тофт. Мы вспоминали тот бронзовый успех датской команды. Ей на тот момент было 24 года, и она уже была в обойме сборной. Возможно, я просто не помню, была травма у нее тогда. А основным голкипером тогда на турнире была Рикки Поульсен, а Сесиль Греве ее заменяла. Ну, мне кажется, что будь в том составе Сандры Тофт, может быть, даже и не бронзой все для Дании закончилось. Испанки все-таки белый флаг не выбрасывают, продолжают они бороться, и Кампос забивает этот мяч. Мне кажется, белый флаг лежит там на скамейке, просто уже даже не трепыхается. Так, лежит как полотенчико. Ну, белым немножко флагом вспотевшее. Сегодня для Испании, да, белые майки датчанок являются. Их целых шесть на площадке. И они все время меняются. И они все время меняются и доставляют проблемы испанкам. Но испанки, мы говорили о том, что какого-то прям выраженного характера игры этой команды нету. Есть яркие лидеры. Вот один из них Кармен Мартин. Она в быстром отрыве. Ну, всего лишь четвертый мяч, да, свой забивает. Бывали в ее исполнении более, конечно же, яркие эпизоды. Но так охарактеризовать игру сборной Испании сложно какими-то построениями защитными, либо нападениями, да, собственно, и быстрыми отрывами сегодня они отличиться не смогли, ввиду того, что защиты организованной нету. 10 минут остается сыграть, ну а 6 белых флагов, о которых мы сказали, по-прежнему все на площадке. Еще, да, по-прежнему против испанок. Да, 10 минут этого матча за третье место. Финальные 10 минут превращаются в формальность. Ну, смотрите, сверхактивная оборона испанской команды. Для чего она, непонятно. Заставить ошибиться датскую команду, ну, один раз можно. Но тут такие мастера, что они вот так обыграют и забьют. 29-21. Кристина Йоргенсен отрабатывает назад. Для этого молодого игрока, несомненно, это будет успехом. Как уже сказал Надежда Муравьева, та драма, которую датская команда пережила на чемпионате Европы, когда, ну, все сложилось, просто вот весь марьяж выпал так, как нужно для хорваток. А Сандра Тофт, которая, на самом деле, если вспомнить, затащила в полуфинал сборную Дании в самых драматичных условиях. Там в конце группового этапа были совершеннейшие умопомрачительные концовки. Сандра Тофт тогда была настоящей героиней. А потом, увы, датчанки проиграли и полуфинал, и матч за третье место сборной Хорватии. Хотя, конечно же, именно датчанки рассматривались как фаворитки той встречи. Сегодня, пожалуй, они были тоже фаворитами у букмекеров в том числе, но не таким уж явными. Ну а по игре мы видим, что датчанки просто размозжили хозяек площадки по вот этому ярко-синему тарафлексу. Ну, может быть, памятуя о тех эмоциях, о которых мы так всеобъемлюще рассказали, Еспер Йенсен, может быть, поэтому и хочет оставить Сандру Тофт на площадке до конца этого матча, потому что часто так все-таки тренеры делают, памятая о том, как складывался для голкипера
предыдущий драматический момент. Может быть, поэтому и не меняется Сандру Тофт, не появляется сегодня в игре Алтея Рейнхардт. Ну а в полуфинале как раз-таки у нее были схожие эмоции с теми, которые мы говорили касательно Сандры Тофт. Она тоже получила приз лучшего игрока в матче с Францией. Это было абсолютно заслуженно. Там какой-то высочайший процент отражений, боролась. Но, к сожалению, упустили они возможность попасть в главный финал. Сражаются за бронзу. И, наверное, Рейнхардт в чем-то повторила, конечно, историю Сандры Тофт. Она сегодня, еще раз скажу, не выходит. Ну, а датчанки немножко буксуют против активной обороны. Что хотят испанки сделать этой защиты, Артем, возвращаясь к твоим словам, ну, наверное, все-таки бороться до конца. Ну и против этой активной защиты, посмотри, какой хороший мяч забивает. А Мия Хёлунд поднимается, она высоко и классно прицельно бросает. Хватает ей сил еще на концовку встречи, но они, конечно же, часто добавляются, когда эмоции такие позитивные. 30-22. Очень комфортный, спокойный счет. Испанки продолжают, мы видим, двигаться, но и на этих скоростях допускают ошибки. Что в обороне, что в атаке. Сейчас Алисия Фернандес-Фрага из центра, сметившись на левую полусреднюю, отдавала в угол передачу. Ну и Солидат Лопес этот пас не выловила. Ушла, поменялась Метте Трамборг. Вместо нее снова Луиза Бургор. И пенальти. И пенальти зарабатывает. Сегодня далеко не самое заметное, но очень-очень мастеровитая по-прежнему Мия Энгроп Хёгдаль. Да, Хёйлунд заработала этот семерик и реализовала его Хансен. Она сегодня не ошибалась, по-моему, с 7-метровой отметки. Посмотрите, какие эмоции. По-прежнему она источает. 7 метров за весь чемпионат, 10 из 12. Ну вот я и удивлен, что в полуфинале и матче за третье место Хансен бросала пенальти, потому что Трине Остергор-Йенсен куда чаще это делала по ходу турнира. Кармен Мартин забивает 5-й мяч. Ну что ж, доверие команды Дании у Еспера Йенсена остается с ним. Ну а здесь еще быстрый отрыв. Не забивает, не отрыв, а быстрый такой переход. Хансен не забивает против испанского вратаря. Там сближалась она, конечно. Не было у нее возможности для того, чтобы изменить направление броска. Но здесь Лина Хаукс, этот высокий выход против Кармен Косте. Хороший мяч. Солидат Лопес. Ну и честно, сейчас уже начинаю за Испанию радоваться. Потому что, конечно, не хочется, чтобы в этом бронзовом финале был счет в 10 мячей. Мне кажется, будет. Хотелось бы, чтобы не было. Гол на приземлении. Ничего страшного? Ну, видимо, ничего страшного. Я даже не буду комментировать. Пусть будет гол на приземлении. И еще несколько голов Испании, потому что, конечно, когда смотришь потом в протокол, и уже хочется финальные матчи все-таки видеть борьбу. Датчанки отступать не будут. Не будут они ничем рисковать. Будут спокойно и надежно проводить и эту свою атаку. Как классно они передачи находят своего 34-го номера. Рики Иверсон. Ей сегодня во втором тайме, конечно, там доставалось. Луиза Бургор просто шикарно сыграла. Здесь вход края. Все та же Солидат Лопес, которая должна была 2 минуты отдыхать за откровенную грубость. Ну, а вместо этого 2 гола забивает. Ох, как хорошо здесь тоже было сыграно. Незаметная по плечу соперницы передача. Ну и вход левый крайний. Видишь, как эффективно вход работает, когда активная защита. Там, собственно, есть исполнители, которые хорошую передачу датчанок дать могут. Но пока этим пользуется Испания. Рики Иверсон. 2 соперницы против нее. Пошла уже последняя 5-минутка. Обратите внимание, что во втором тайме еще ни одного тайм-аута не было у нас. Или нет? Прадо Спонс, да, брал в начале второго тайма, когда думал, что можно еще что-то изменить. Ну, здесь удаление еще на всякий случай у испанской команды. Детки негодуют на трибунах. Какая классная атмосфера. Настоящий гандбольный праздник сегодня в испанском Гранольерсе. Удалена Кармен Кампос Коста. Девять метров разыграли датчанки. И выходит Симоне Катрин Петерсон. Я вот сказал, что Трине Остергор-Йенсен больше всех пенальти бросала. Нет, я вас ввел в заблуждение. Именно Симоне Петерсон, сегодня забившая однажды, вышла сейчас. Вот после ее передачи
просто по центру забивает Кристина Йоргенсен и лучезарно улыбается. Ну какие все красотки-то на скамейке. Вот они все в игре. Артем, ну все, не буду я к этому возвращаться. Мы об этом, да, сказали, но действительно датчанки, их лица озаряют улыбки. На это приятно посмотреть. Испанкам, конечно, остается только констатировать, что их бронзовый финал им эмоций не принес, наверное, за исключением первых 10 минут. Ну, а мы видим, что в воротах Алтея Рейнхард появляется у команды Дании. Нам их как раз тут крупным планом успели показать. И вот так на бис бросок Катрин Хайндаль. ЦСКА приедет с медалькой чемпионата мира. Мы знаем уже, что Катрин покидает ЦСКА по итогам сезона. Но бронзовый призер в составе – это тоже аргумент. Ну, испанки, да, сегодня, конечно, пострадали немножко. Знаешь, кстати, ну вот за 3 минуты до конца матча, как вы думаете, будет все-таки 10 мячей преимущества команды Дании или вряд ли? Мне кажется, будет. Ну, по игре, конечно. Может быть, но, может быть, где-то, да. Дадут испанкам, может быть, подольше провести свои атаки, но потому что разница в 10 мячей, конечно, не хотелось бы, чтобы она была. Испанки вот здесь быстро забивают. Опять-таки, короткая такая связка. Не было каких-то комбинаций у сборной Испании. На протяжении всей игры мы их не видели. А вот такие короткие моменты игры с линейным или просто проскочки. Этого было хоть отбавляй. Еще раз скажем о том, что все это, конечно, на лучшую защиту чемпионата мира. Наткнувшись, было разбито. Мартин забивает 6-й мяч. Но Александрина Барбоса уже не доигрывает этот матч. Она на скамейке запасных. Две минуты остается, ну, не то что сыграть, вычеркнуть из истории чемпионата мира, потому что, ну, в эти две минуты уже ничего произойти никак не может, кроме как вот очередного точного попадания датской команды. Да, вратари сегодня просто присутствовали в воротах у команды. Полторы минуты, 35-27. Ну а мы через этот матч, который все-таки не подарил нам остроты эмоций, подходим к финалу. До него остается, ну если вы смотрите этот матч в прямом эфире, чуть больше полутора часов. И обязательно проведите этот воскресный вечер на канале «Матч Игра». Франция против Норвегии. Что может быть более классическим и от ножа в современной истории гандбола? Пятый финал под вывеской «Франция-Испания». Про Франция-Норвегия, извините. Пожалуйста, по две победы в этих финалах есть у той и у другой стороны. Но последний их финал очный чемпионата мира 2017 года выиграла команда Франции. Здесь Сандре Тофт не удается отразить пенальти от Кармен Кампос-Косте. Ну и остается только время на одну, может быть, две атаки датской сборной. Нет. Судя по тому, как они шагом идут и как, собственно, спокойно за этим наблюдают испанки, атака действительно будет только одна. Вот единственное, что, может быть, Еспер Йенсен прервет это неспешное движение тайм-аутом. Нет, он не стал брать паузу. И, соответственно, у испанок есть возможность забросить последний мяч этого бронзового финала. 25-й чемпионат мира по гандболу среди женщин подходит к концу, и остается сыграть один единственный, но самый главный матч. В нем сойдутся, еще расскажем, Франция-Норвегия. Франция безупречная по ходу всего турнира. Норвегия тоже всех причесала как под одну гребенку, в том числе и сборную России в четвертьфинальной стадии. Ну а прямо сейчас сборную Дании, вот эту неистовую армаду Еспера Йенсена, стоит поздравить с большим успехом. И это действительно так, потому что датчанки очень хороший турнир прошли. Единственная их осечка и такая драматичная случилась в полуфинале против француженок. Ну а до этого они обыгрывали очень серьезных оппонентов, таких как команды Германии, Венгрии. Ну а в четвертьфинале была разбита сборная Бразилии. Да, датчанок и всех их поклонников мы поздравляем. Ну а испанские утешцы, посмотрите, какие слезы
у этих девчонок, сколько было положено на алтарь этого бронзового успеха. И еще раз Катрин Хайндель персонально поздравляем. Линейная столичного ЦСКА примеряет на себя впервые в карьере медаль чемпионата мира. И это, конечно, очень круто. Капитан Энмете Хансен, одна из тех трех, мы уже об этом говорили, кто был бронзовым призером 8 лет назад в Сербии. Ну, давайте теперь немножко выдохнем. Дождемся объявления лучшего игрока сегодняшнего матча. Интересно, по версии Надежды Муравьевой, кто это? Ну, а пока мы слушаем диктора. Вот она, Лола. Уже все, готова вручить. Ой, смотрите, какие слезы Катрин Хайндель. Просто навзрыд. Это такое спортивное, знаешь, очищение, когда слезы горести свои меняешь на слезы радости. Конечно, датчанки заслужили, во-первых, своими показателями. Вот она, Сандра Тофт, которая так горевала после поражения от сборной Хорватии. Сегодня справедливый, конечно, итог этого матча. Мы об этом говорили, и Сандра Тофт получает приз лучшего игрока встречи. Даже легкие подтеки макияжа, мы увидели, она так аккуратненько их незаметно смахнула, чтобы попозировать на камеру. Сандра Тофт, великий мастер вратарского искусства, не случайно на спине уже столько лет номер один в сборной Дании. Шикарный гандбол мы сегодня увидели в матче за третье место. Датчанок еще раз, конечно же, поздравляем, тех, кто за них болел, тоже. 35-28. Обыграна сборная Испании. Ну а впереди главное блюдо двух последних недель. Финал чемпионата мира. Франция-Норвегия. Ну и там будет обязательно она. Муза российского всея Руси ручного мяча Надежда Муравьева. Ее дебют в качестве комментатора на финале чемпионата мира. Трехкратная чемпионка мира, если кто забыл. Счастливо, лихом не поминайте. А на гандболе все непременно увидимся. Пока.